Коллеги, ProDexpo 2022, второй день. Новые интересные люди, новые интересные товары. Давайте знакомиться. Меня зовут Елена Габетова, и я чрезвычайный полномочный посол Чижогорска. И мы в Чижогорске производим набор для шоколадных конфет для детей от 3 до 11 лет. Что входит в набор? В наш набор входит в первую очередь самостоятельность. Она стоит у нас первым пунктом, потому что мы ратуем за самостоятельных детей по возрасту. И поэтому весь набор сделан так, чтобы ребенок мог все сделать сам. Что входит в набор? В набор входят формочки. В данном случае открыла серию животные. Здесь у нас есть зайцы. Также у нас два вида бельгийского шоколада Барри Калибао. Молочный и какой-нибудь цветной, а также начинка. Начинка бывает разная. У нас есть арахис, взрывная карамель и воздушный рис. Когда ребенок открывает, он никогда не знает, что будет в наборе, какая формочка будет в наборе, либо и составляющие другие. То есть каждый раз это как киндер-сюрприз. Легкая интрига. Легкая интрига, да. Но это еще не все. У нас есть небольшой образовательный проект. Если, допустим, вашему ребенку попались зайцы, они про них прочитают самые интересные кадры. Также у нас есть карта Чижогорска, ее нужно составить. Там разных 9 разных фрагментов, в каждом наборе разные фрагменты. И справка об освобождении родителей на 1 час свободного времени заполняет ребенок. Мы делаем, это наши наборы, но также мы производим и СТМ. Например, мы являемся настоящим поставщиком Деда Мороза. И вот такие наборы мы сделали для Деда Мороза в этом году. Его можно купить у них в Мороз-маркете. Замечательно. Во-первых, это интересно. Во-вторых, это вкусно. А в-третьих, дети, конечно, уже тоже присыщенные, потому что наш 21 век подарил очень много всяких интересных штук. А тут, получается, можно сделать своими руками какую-то замечательную кондитерскую штуку, при этом как бы вкусную, и родителям интересно и здорово. Спасибо большое за вашу работу, пожелаем вам удачи, и надеюсь, что такие наборы найдут в сердцах людей огромный отклик, и у меня дома, я надеюсь, тоже когда-нибудь такой появится. Спасибо огромное. Всё, да. Спасибо вам большое.